Ну, заодно уж покажу, какая рассада перцев у меня на сегодняшний день. Вот такие сейчас перчики. Они тоже очень пока небольшие еще. Ну, в принципе, это вполне нормально. До момента высадки в грунт еще почти месяц. Еще, я думаю, вырастут. Также они часть по два растения в стаканчике, часть по одному. Ну, в целом рассада нормальная.